дней. Пошлю своя войны в страны Ефремские избить всех младенцев, сущих бревенцев. Воины мои, воины, воины вооруженные, встаньте предо мной. Ваш голос, царь, нас призывает, что творить, понимаете? Пойдите в страну Ефремскую, избейте всех младенцев, сущих бревенцев. Ваше царское величество, ходили мы в Ефремские страны, сбивали всех младенцев, сущих бревенцев. Одна госпожа Рахиль не дает своего чада убить, а хочет идти вашей милости просить. Кто она такова? Привезти ее сюда. Идем и приведем. О, царь, великий государь, помилуйте мое чадо от рачати, чтобы не было чего на том свете отвечать. Воин, возьми его и убей, чтобы не было боли в душе и телу скорбей. Сам, помилуй мое чадо. Воин, возьми и убей его. Возьми, сестра, косу, сними ему голову, ему труп и голова, а нам